Մշակույթն է, որ ամրապնդում է ազգերի կապը, մշակույթն է, որ հնարավոր է դարձուն ճանաչել ու հարգել մեկ-մեկում, սիրել ու հպարտանալ միմյանցով, ասել է Շոթա Ռուստավելին։ Հազարամյակների պատմություն ունեն հայ ու վրաց ժողովրդի կապերը, որոնք այնքան անհրաժեշտ են պահպանել հատկապես այսօր։ Անհրաժեշտ են փոխհատցելություններ, հանդիպումներ, միմյանց ներկայացնելն ու արժևորելը, վստահ է երևանաբնակ թիֆլիսեցի Էդուարդ Իդիկիսելովը։ Արմենիա ու Գրուզիա обречены жить в дружбе, взаимной помощи, в любви. Поэтому вариантов здесь нет. И мы должны развивать эту дружбу. Хочу выразить, конечно, в первую очередь свою благодарность и посольству Грузии в Армении, и персонально всем послам, которые работали в Армении, потому что вся моя работа проходила совместно с посольством Грузии. Это персонально посол господин Резо Гачичеладзе и посол Тенгиз Шарманашвили и советник посольства Нино Апциаури и, в общем, все сотрудники посольства, потому что любой проект, любую акцию, связанную с Тбилиси, мы, так сказать, делали совместно с посольством и при большой поддержке самих послов. Հայ մշակույթում ներդրատնշանակալի ծառայությունների համար հեռուստատեսային ֆիլմերի եւ հաղորդումների սցենարիստ, ռեժիսոր, Հայաստան-Վրաստան մշակութային կապերի միության նախագահ, Թբիլիսիների ակումբի հիմնադիր Էդուարդ Եդիկիսելովին, օրերս Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին անձամբ հանձնեց պատվո շքանշանը վրաց-հայկական մշակութային կապերի ներդրման համար։ Награда, которую я получил, это для меня и немножко неожиданное. Кроме всего прочего, это, конечно, большая радость и удовлетворение. Указ, подписанный президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, был подписан 3 мая. Но я об этом уже узнал где-то в конце мая. Ну, была приятная такая неожиданность. Орден называется Орденом Чести, Орден Чести Грузии. Թբիլիսի հայկական թատրոնը 3 այսօր եւ ընդմիշտ ֆիլմում ես պատմել եմ ոչ միայն 155-ամյա հայ թատրոնի պատմության մասին, այլև Թիֆլիսի հայ բարերարների, նրանց կառուցած շենքերի։ Դա իմ պարտներ, իմ ծննդավայրի հանդեպ։ 2007 году исполнилось 150 лет. А в 12 году уже было 155 лет. Я вот загорелся тем, чтобы снять фильм. Причем хочу отметить, что Тбилисский театр, он является государственным Тбилисским театром. Это единственный в мире театр, не титульный, но носящий имя государственного. То есть он полностью, как говорят, содержится на бюджете Грузии, как и все театры Грузии. Ну и мне удалось, в общем, сделать часовой фильм об этом театре, который получил высокую оценку и в Грузии, и в Армении. Տարեկան երկու անգամ ակումբի անդամներով մեկնում են Թբիլիսին, մասնակցելու Սայատնովային նվիրված վարդատոնին ու Թբիլիսովային։ Я участвовал в заключении договора о сотрудничестве двух министерств. И это было, по-моему, в 2011 или 2010 году, в 2010. Между министерствами было подписано соглашение, одним из пунктов которого было восстановление двух спектаклей. Оперы Палиашвили Даиси в Ереване и балета Хачатуряна Гаяне. И самое интересное было то, что когда я в Тбилиси уже с оперным театром говорил конкретно о наших возможностях восстановления этих спектаклей, они меня повели в свои эти закрома, как говорят, и показали декорации, написанные
Минас. У нас эти декорации сгорели, к сожалению, а там они сохранились. Кроме общества культурных связей Армении и Грузии, я еще руковожу Международным клубом тбилисцев, который уже 16-й год существует, работает. Вернее, уже 17-й пошел. Ну, объединяет он, понятно, всех тбилисцев, независимо от их национальностей, возраста, образования и так далее. То есть это такой слепок с города Тбилиси, с его толерантностью, с тем, что там проживали свыше, наверное, 100 национальностей, если мне память не изменяет. И все жили, ну, в тбилисских дворах. Как правило, такие дворы жили одной семьей. Отмечая все праздники, отмечая юбилеи, отмечая дни рождения. Ну, естественно, и провожая в последний путь людей. Это удивительный город, конечно. Я как тбилисец. Просто горжусь тем, что я родился в таком городе. Մշակութային տարբեր համատեղ միջոցառումներ է կազմակերպել, ցուցահանդեսներ, համերգներ։Վրաց գործընկերների հետ համատեղ կազմակերպել է պատանի տաղանների մրցույթ փառատոն։ Միջոցառման նպատակն էր արդեն իսկ որոշակի հաջողությունների հասած երաժշտին աջակցել մասնակցելու միջազգային մրցույթների, մասնավորապես Մոսկվայում կայանալի բաց մոլորակ մրցույթին։ Из Грузии приехало 45 детей. Из Армении участвовало около 32 ребят разных направлений. Там были и пианисты, и скрипачи, и виолончелисты, и духовики, и народники. В общем, фестиваль удался. Мы учредили и премии, и дипломы с той целью, что мы победители нашего, можно сказать, ну, регионального конкурса. Потом поедут в Москву на международный конкурс талантов, юных талантов. «Открытая Европа» назывался он, а сейчас он называется «Открытая планета». То есть победители уже на московском конкурсе должны были объехать Европу, а сейчас уже и Азию, и Африку. В общем, «Открытая планета». Мы отобрали... То есть, ну, победители, получившие гран-при. Правда, у нас никаких премий не было учреждено, потому что, опять же, из-за недостатка средств. Но гран-при 6 человек отобрали, троих из Грузии, троих из Армении, которые должны были послать в Москву. Заключительный, так сказать, гала-концерт состоялся в Малом зале филармонии имени Бабаджаняна. А конкурс проходил в трех залах. В школе имени Чайковского, в доме музея имени Хачатуряна и в доме камерной музыки имени Комитас. Конечно, при большой поддержке наших, и Министерства культуры, и Министерства диаспоры. Но послать мы не смогли детей, победителей. Опять же, из-за недостатка средств. Мы не смогли достать средства на то, чтобы даже хотя бы один из взрослых сопровождал этих детей в Москву. Единственное, что Министерство диаспоры дало деньги на одного нашего победителя, конкурсанта, виолончелиста талантливейшего, Агаджаняна Андроника. Они дали только на отправку ребенка. Ну, понятно, что без взрослого ребенка отправить невозможно.
Эдуард Дедикиселов, ов ехал на Норильский херустатесян химнадирнериц, ашхател в Волгоградум, из 1975-ից հայկական հեռուստատեսությունում և հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիայում նկարահանել փաստագրական կարճամետրաժ և երաժշտական ֆիլմեր, այսօր էլ լի է նախագծերով. Планов было много, большую часть мы сделали, но кое-что еще предстоит сделать.